Разрешать или запрещать? Ну, я такой же, как это, строгий. Вот. Но все равно разрешаю, и потом думаю, лучше бы запретил. Мысли или чувства? Мысли или чувства. Не бывает чувств без мыслей. Вот. Надо мысли правильно направить, и тогда с чувствами будет все более-менее неплохо. Кнут или пряник? Ну, опять запрещать, клюют пряники. Я люблю пряники вообще. Свое или чужое? Свое или чужое? Ну, свое, наверное. Песня или танец? Я бы станцевал, конечно, топ-паралитик только, вот. Все в мечты, вот. Поэтому пусть поют. Помнить или забыть? Лучше помнить. Другое дело, что надо как-то делать выводы и помнить выводы, а не то, что им предшествовало. Стихи или проза? Ну, проза. Железный дровосек или страшила? Татошка.